Негде в 39-м царстве, в 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, ан с востока лезет рать. Справят здесь, лихие гости идут от моря. Со злости инда плакал царь Дадон, инда забывал и сон, что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка. «Посади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно, но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега силы бранной, или другой беды незваной, вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется». Скопца благодарит, горы золота сулит. За такое одолжение, говорит он в восхищении, волю первую твою я исполню как мою. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку! Царствуй, лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели, таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год другой проходит мирно. Петушок сидит все смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. Thank you.
царь ты наш, отец народа, возглашает воевода. Государь, проснись, беда! Что такое, господа? Говорит Дадон, зевая. А? Кто там? Беда какая? Воевода говорит, петушок опять кричит, страх и шум во всей столице. Царь к окошку, а на спице видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего, скорее, люди, на конь, эй, живее! Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет. Петушок угомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит 8 дней. От войск нет вестей. Было ли, не было ли сраженья, нет Дадону донесенья. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлет на выручку большого. Петушок опять утих, снова вести нет от них. Снова 8 дней проходят, люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять, царь скликает третью рать и ведет ее к востоку, сам не зная, быть ли проку. Войска идут день и ночь, им становится не вмочь ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, мыслит он. Вот 8-й уж день проходит, войско в горы царь приводит, и промеж высоких гор видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном, в круг шатра в ущелье тесном рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его 2 сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Бродит конь их средь луга, по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь завыл. Ох, дети, дети, горе мне, попались в сети оба наши сокола. Горе, смерть моя пришла. Все завыли за Дадоном, застонало тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царь умолк ей, глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой увела. Там за стол его сажала, всяким явством угощала, уложила отдыхать на парчевую кровать. И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон. Наконец и в путь обратный, со своей силой ратной и с девицей молодой царь отправился домой. Перед ним молва бежала, были ль не были разглашала. Под столицей близ ворот с шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном и царицей. Всех приветствует Дадон. Вдруг в толпе увидел он, в сорочинской шапке белой, весь как лебедь посиделый, старый друг его, Скопец. Здорово, мой отец, молвил царь ему. Что скажешь? Подь поближе, что прикажешь? Царь, ответствует мудрец, разочтемся наконец. Помнишь, за мою услугу обещался мне как другу волю первую мою ты исполнить как свою. Подаришь ты мне девицу, шемаханскую царицу. Крайне царь был изумлен. Что ты, старцу молвил он, или бес в тебя вернулся, или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе девица? Полно. Знаешь ли, кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской, хоть полцарства моего. Не хочу я ничего. Подари ты мне девицу, шемаханскую царицу, говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. Так лих же нет. Ничего ты не получишь, сам себя ты, грешник, мучишь. Убирайся цел пока, оттащите старика. Старичок хотел заспорить, но с иным накладно вздорить. Царь хватил его жезлом по лбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица, хи-хи-хи, да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он. Вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы, к колеснице полетел и царю на теме сел. Встрепенулся, клюнул в темя и взвился.
И в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывала. Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. При самом возникновении дягилевской энтерпризы чувствовалось, что среди поставленных мною в Петербурге балетов, из которых предполагалось составить репертуар для спектаклей в Париже, не хватало балета чисто национального. Не хватало балета из русской жизни или на тему из русской сказки. Мы, Дягилев, группа художников и я, стали искать сюжет. Лучшие литературные обработки русской сказки были уже использованы для сцены, главным образом Римским-Корсаковым в его операх. Только образ жар-птицы остался еще неиспользованным. А между тем жар-птица – самое фантастическое создание народной сказки и вместе наиболее подходящее для танцевального воплощения. Но нет такой сказки о жар-птице, которая бы целиком подошла к балету. Я взялся соединить различные народные сказки в одну. Перечитал Афанасьева и другие собрания сказок
и сочинил по ним балетное либретто. Когда возник вопрос о композиторе, общим желанием было, чтобы музыку написал Лядов. Этот тончайший художник, создавший уже ряд замечательнейших музыкальных иллюстраций к русским сказкам. Я изложил либретто письменно. У меня было устроено собрание. Лядов приехал, ознакомился с сюжетом и очень заинтересовался. Он взял либретто. Мы стали ждать, как эта сказка превратится в музыкальные картины самого русского из русских композиторов того времени. Декорации и костюмы были заказаны Головину, волшебнику красок и знатоку старорусского стиля. Месяцы проходили. Мы ничего не слыхали от Лядова и начинали волноваться. Однажды Головин пришел в нашу компанию и сказал, что только что встретил Лядова. «Ну что, как балет? Готова ли музыка?» – воскликнули мы с волнением. Головин печально покачал головой. «Лядов сказал мне, что он уже купил нотную бумагу». Немедленно было решено искать другого композитора. Но кто он? Где он? Дягилев разрешил этот вопрос. Он назвал имя начинающего композитора Игоря Федоровича Стравинского. Я поставил много балетов, но ни со Стравинским, ни с другими композиторами не работал так рука об руку, как на этот раз. Темп работы был совершенно не лядовский. Балет быстро создавался. Система работы тоже была другая. Я не ждал, когда композитор даст мне готовую музыку. Стравинский приходил ко мне с первыми набросками, с первоначальными мыслями. Он мне их играл. Помню, как он принес мне красивую русскую мелодию для выхода Ивана Царевича. И как я просил его не давать сразу всю мелодию целиком, а при появлении Ивана на заборе, при его оглядывании чудес волшебного сада, при прыжке с забора, лишь намек на тему, отдельные нотки. Стравинский играл. Я изображал царевича. Забором было мое пианино. Я лез через пианино, прыгал с него, бродил, испуганно оглядываясь по моему кабинету. Стравинский следил за мною и вторил мне отрывками мелодии царевича на фоне таинственного трепета, изображающего сад злого царя Кощея. Потом я был царевной, брал боязливо из рук воображаемого царевича золотое яблоко. Потом я был злым Кощеем, его поганой свитой и так далее. Все это находило самое живописное отражение в звуках рояля, несущихся из-под пальцев Стравинского, также увлеченного этой интересной работой. Балет «Жар птица» был дан в 1910 году. Он дорог мне не только потому, что музыка написана на мой сюжет, что он имел исключительный успех и продержался в репертуаре Дягилева в течение всего существования его антрепризы, но главным образом потому, что в нем осуществлен мой идеал соединения творчества хореографического с творчеством музыкальным. И еще он дорог мне по воспоминаниям о тех волнениях и радостях, которые мы пережили совместно с композитором. Опишу, каким балет «Жар птица» мне представлялся при сочинении его в Петербурге, каким он предстал перед зрителями в Париже в 1910 году.
Среди скал на горе стоит замок злого царя Кощея Бессмертного. Чтобы никто не проник к Кощею, не похитил из замка его пленных красавиц-царевин, чтобы никто не украл золотых плодов из волшебного сада, замок обнесен золотою резной решеткой, а сад — высокой каменной стеной. Медленно появляется всадник ночи. На черном коне, сам в черном. Когда он удаляется, темнеет. Только золотые яблоки на дереве светятся. Но тотчас же сад освещается ярким светом от жар птицы. Летает по саду. Иван-царевич в погоне за птицей проникает в сад через высокую каменную ограду. Всюду натыкается царевич на окаменелых чудовищ. Страшные рожи глядят на него с земли. Это всех врагов своих Кощей превратил в камень. В глубине сада видит Иван целый забор из окаменелых витязей. Это юноши, проникшие в страшное царство, чтобы освободить, чтобы спасти своих невест, похищенных злым Кощеем. Все они погибли, все стоят недвижными камнями, мохом обросли. Но забывает об этих ужасах Иван-царевич, ослепленный жар птицы. Хочет подстрелить ее, а потом решает поймать живьем. Когда жар птица подлетает к дереву с золотыми яблоками и начинает клевать их, ловит ее царевич. Трепещет, бьется в руках его птица, молит отпустить. Царевич держит крепко, не пускает. Но птица-дева так жалобно просит, так стонет, что доброму Ивану становится ее жалко. Выпускает он птицу на волю, а она за это дарит ему огненное перо. «Оно тебе пригодится», — говорит жар птица и улетает. Прячет перо за пазуху царевич и уже хочет уйти, лезет через забор, но открываются двери в замке и появляются 12 прекрасных царевин, а за ними самая красивая, царевна ненаглядная краса. Тайком от злого царя при свете луны выбегают ночью они в сад порезвиться,
с яблоками поиграть. Не видят девушки царевича, яблоками перебрасываются, смехом заливаются. Залетело яблочко царевны ненаглядной красы в куст. Она за ним, а из куста царевич выходит, кланяется, яблочко подает. Пугаются девушки, отбегают. Но уж очень красив царевич, и учтив, и скромен. Полюбился он девушкам, а особенно ненаглядной красе, и принимают они его в свои игры, хороводы. Не замечают, как наступает рассвет. Скачет быстро всадник утро. На белом коне, сам в белом, светлеет. Переполошились девушки, убегают в замок, царевич за ним. Но ненаглядная краса останавливает его, предупреждает, что ждет его гибель, если пройдет он через золотые ворота. Закрывает их и убегает. Но царевич так полюбил ненаглядную красу, что решает проникнуть за нею, ничего не боится. Как только он разрубает ворота своей саблей, раздаются волшебные трезвоны. Царство просыпается, и из замка по горе катятся всякие страшилища слуги Кощея. Хватают царевича. Силен Иван, стряхивает с себя гадов. Но несметная сила поганого царства облипает его, одолевает. Появляется сам Кощей, старый, страшный. Зовет Ивана к допросу. Смиряется царевич, шапку снимает, но как увидел противную рожу колдуна, не выдержал, плюнул. Взвизгнуло, зарычало все поганое царство, ставят царевича к стене. Выбегает царевна, просит царя простить Ивана, но Кощей начинает его уже в камень превращать. Погиб бы Иван, да вспомнил о пере огненном. Хватает перо, машет, и прилетает ему на помощь жар-птица. Всех она ослепляет, всех крутит, в пляс бросает. Thank you.
Пляшут уроды, удержаться не могут. Сам царь Кощей пляшет. Всех до упаду уморила жар птица, на землю шлепнула, а потом плавно над ними лежащими в колыбельной колышется. Сбоку на бок поганые переваливаются, все с царем своим засыпают. Иван-царевич разыскивает ненаглядную красу, берет ее спящую на руки и хочет унести, но жар-птица останавливает его. Она подводит царевича к дуплу. В дупле ларец, в ларце яйцо, а в яйце смерть Кощея. Достает царевич яйцо, жмет его, Кощея корежит. С руки в руку перебрасывает, Кощей со стороны в сторону летает. Разбивает яйцо о землю, Кощей рассыпается. Исчезает поганое царство. На месте его город христианский вырастает, замок в храм превращается. Каменные витязи оживают. Каждый из них находит свою невесту-царевну, ту, за которой к страшному Кощею проник, за которую лютую смерть принял. Находит и Иван-царевич свою возлюбленную, царевну ненаглядную красу. Объявляет ее своей женой, царицей освобожденного царства. Многое из этой сказки мне удалось увидать осуществленным на сцене гранд-опера. Многое превзошло даже мои ожидания. Прекрасна была музыка. Выражала она каждый момент сказки и звучала неслыханно фантастично. Но особенно хороша была декорация. Сад, как персидский ковер, сплетенный из самых фантастических растений. Замок невиданной зловещей архитектуры. Все в мрачных тонах, с таинственно светящимся золотом. Великолепны были все исполнители. Об исполнении роли Ивана-царевича ничего сказать не могу, потому что сам играл эту роль. Играл с большим удовольствием. Роль эту любил. Итак, музыка, декорации и исполнение сделали то, что спектакль «Жар-птица» был для меня настоящим праздником.